Всем привет! Очередная посылка. Получил вот такую вот светящуюся салатового цвета Bluetooth колонку. Пришла вот в таком пакете и еще была завернута в такую защитную поролоновую обертку. Колонка прибыла из Китая. Упакована в заводской коробке. В ней находится вот такой вот кабель. Один выход для подключения колонки. Другой выход для подключения к зарядному устройству или же к компьютеру. Это вход для подключения любого гаджета и вывода звука на колонку. Вот, собственно говоря, сама колонка. На ней находятся такие интерфейсы, как USB вход, microSD вход для флеш-карт. Поддерживает колонка до 32 гигабайт. Вход для наушников, USB вход для зарядного устройства, для зарядки самой колонки, микрофон, так как по Bluetooth можно выводить звук с телефона на эту колонку, кнопка питания и уже кнопка смены режимов, тут их 4. Первый режим — воспроизведение музыки с USB флешки или с microSD карты. Второй режим — это FM радио. Третий режим — подключение колонки к Bluetooth, по Bluetooth к любому устройству. И четвертый режим — вывод звука с телефона на эту колоночку. Можно говорить не в телефон, а в саму вот эту вот колонку через этот микрофон. Сюда уже вставлена карта на 8 гигов. Вставляется она до щелчка. И включаем саму колонку. Колонка со светодиодной подсветочкой. Очень стильно выглядит. Play by TF card. Есть кнопка пауза, кнопка громкости, минус-плюс, ну и перемотка. Горит тремя огоньками, синий, зеленый и красный. Они меняются в зависимости от темпа музыки. Да, забыл сказать, сама колонка. Выход мощности на динамик 3 ватта. Зарядное устройство 5-вольтовое, 500 миллиампер, 0,5 ампера получается. Такое же напряжение на выходе у USB любого компьютера или ноутбука. Также 5 вольт и 500 миллиампер. 500 миллиампер — это 0,5 ампера. Характеристики также присутствуют на самой коробке. Мощность батареи 520 мА. Присутствует также радио. Поддерживается также с любого устройства выход звука через
вот этот вот кабель. Также можно и по Bluetooth передать. Сейчас это продемонстрирую. Bluetooth mode. Колонку подключили. Я зашел в сеть интернет, запустил YouTube сервис и включаем любой видеоролик. В этом видео мы покажем 5 способов развлечения детей в 90-х. Нам понадобится деревянная дощечка, прищепка, резинка для трусов и маленькие гвозди. Вначале надо было отрезать кусок резинки, который сложенный вдвое или в длину чуть менее по... Как вы видите, звук прекрасно воспроизводится по Bluetooth на эту колонку. Удобен для тех устройств, у которых выход звука совершенно тихий. На доски. С помощью гвоздей надо аккуратно прибить концы резинки на одном конце. Вот такая колоночка. Ссылка на колонки будет под видео в описании. Кому понравилось, заказывайте. Всем удачи, пока!